Яркие краски, улыбки на лицах, музыка и танцы. Так еще начинающий художник Ксения Ковалева изобразила Масленицу. Признается, над композицией думала долго, но рисовать было легко. Эта работа создана в последний год обучения в школе. Потом Ксения с легкостью поступила в Пензенское художественное училище. Теперь она профессиональный художник. За это благодарна своим первым учителям. В школе вот была заложена вот эта вот основная база, которую я потом использовала. То есть вот, можно сказать, они вырастили из меня такого начинающего художника. На выставке представлены лучшие работы учеников за последние 20 лет. Живопись, рисунок, композиция, батик и керамика. Всего порядка 100 работ. В этом году вторая художественная школа Самары вошла в топ-50 лучших школ России. Ее выпускники обучаются в самых престижных художественных вузах страны. Залог успеха, говорят педагоги, в авторской методике преподавания. Лично я в жизни не работал ни по чьей программе. Так сложилось, что мы сразу работали в коллективе друзей. То есть это была такая одна команда в 90-е, и как-то близкие по возрасту люди вместе учились. И, в общем, как-то так все повелось, что работали не на страх, а на совесть. И все время разрабатываю новые и новые программы, методики. Посмотреть работы начинающих художников самарцы смогут до конца октября. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.